Когда я смотрю на картину Ван Гога «Прогулка заключенных», мне представляются московские старшеклассники, которые пришли с экскурсии в Пушкинский музей и останавливаются в зале, посвященном неоимпрессионистам. Экскурсовод рассказывает им о том, что это полотно было создано художником незадолго до смерти, когда он находился в психиатрической клинике. А напряженная манера письма и чувство безысходности, которое мы можем испытывать, глядя на это произведение искусства, возможно, отражает увлечение Ван Гогом протоэкзистенциалистской прозой Достоевского. Наверное, подростки уже кое-что знают о этом художнике. Он популярная фигура в интернете, герой мемов, о нем пишут паблики, посвященные искусству. Возможно, даже старшеклассники слышали о невозможности встроиться в художественное сообщество того времени. Может быть, слышали о проблемах с психикой и суициде. Надо ли говорить, что все эти вещи чрезвычайно важны для молодого человека, начинающего искать свое место во взрослом мире? Но «Прогулка заключенных» может быть воспринята как метафора искусства в музее. В таком случае заключенные становятся произведениями, а полицейские – суровыми критиками или даже просто смотрителями. Однако может возникнуть вопрос, почему наивысшая свобода человеческой деятельности, творческая деятельность художника, превращается в невольника, запертого в тюремном дворе? Возможно, ответ может быть дан с точки зрения чаяний модернистского искусства. Оно всегда стремилось, с одной стороны, освободиться от гнета традиции, а с другой стороны, выразить надежду на более свободный и справедливый мир. Так даже музей оказывается тюрьмой, пусть и тюрьмой с хорошими условиями и неплохой компанией. Предел мечтаний модернизма – превращение в авангард, то есть полное освобождение от творческих условностей, преодоление границ между искусством и реальностью, то есть творчество жизни в справедливом мире. Но даже в истинно свободном коммунистическом обществе, которое, конечно, будет значительно отличаться от советского варианта, найдется место для шедевров, подобных полотну Ван Гога, как говорят теоретики конструктивизма, например. Ведь даже в свободном мире у людей останутся тела, а значит, останется смерть, одна из главных несправедливостей нашей жизни. И искусство с момента своего возникновения в виде упокойной песни, молитвы или же иконы, по мнению отца-основателя русского космизма Николая Федорова, всегда видит своей самой сокровенной страстью борьбу со смертью. Да, выставка является первым шагом навстречу к вечной жизни, а музей – важнейшей институцией для будущего воскрешения. Но в том виде, в котором они существуют на сегодняшний день, этого недостаточно. «Прогулка заключенных», написанная Ван Гогом незадолго до смерти, может служить хорошей иллюстрацией для этой несправедливости. Изобразительное искусство, так же, как и религия, дает лишь иллюзорное спасение. Как говорит Федоров, ему не хватает рук, то есть науки, и общего усилия, общего дела всех людей, которое рано или поздно должно завершиться победой над смертью. И только в таком случае прогулка заключенных в смертные тела закончится вечной жизнью и триумфом высшей свободы и справедливости.